Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и, по возможности, с их автобиографией. Артур Гродкер, польский живописец, романтик, график, один из самых выдающихся художников середины 19 века, период разделов Польши. Родился 11 ноября 1837 года в Восточной Галиции в семье польского офицера, немца по происхождению, командовавшего Уланским полком под названием «Варшавские дети». Он был художник-любитель, имевший множество увлечений. Я цитирую переводную Википедию. В возрасте 11 лет Артура Гродкера отправили из тихого поместья изучать живопись во Львов под руководством Яна Канти-Машковского. В 1852 году он отправился в путешествие в Краков, чтобы посещать занятия в Академии изящных искусств имени Яна Матейка. В 1855-1858 годах поступил в Академию в Вене, учился у Карла фон Бласса и Кристина Рубина. Какое-то время он перемещался, как написано на Википедии, между поместьями польских любителей искусства в Подоле, в частности, поместье Станислава Тарновского, где он написал множество картин из цикла «Литва». В 1866 году встретил свою невесту Ванду Мане, молодую польскую патриотку, провел много времени в ее доме. У него через некоторое время развился туберкулез. В 1867 году он отправился в Париж в надежде заработать больше денег, посетил отель «Ламберт», встретился с Жан-Леоном Жировым. Его болезнь становилась все хуже и хуже. Отправился в санаторий на Пиренеях, где и скончался 13 декабря 1867 года. Его тело было перевезено невестой Польши и похоронено на Львовском кладбище 4 июля 1868 года. Гродкер писал в основном эпические батальные сцены, портреты и лошадей. Некоторые из своих самых известных картин он создал, находясь в Вене. Во время своего пребывания в оккупированной Польше он вложил весь свой талант и энергию в изображение надежд и ужасов неудавшихся польских восстаний в нескольких сериях черно-белых панно. Серия под названием «Полония» включала 8 досок, изображающих мрачные реалии повседневной жизни и борьбы в условиях русской оккупации. «Полония» была ответом на неудавшиеся восстания 1863-1865 годов. Вот так вкратце из переводной Википедии о польском живописце, романтике и графике Артур Гродкер. Пока-пока, смотрим картины.